спорткомплексе Аграрного университета стартовала 16-я комплексная спартакиада студенческих отрядов. Более 100 студентов из 25 отрядов разных направлений состязаются в 6 видах программы. Спартакиада – объединяющее мероприятие, которое действительно объединяет все студенческие отряды, и командный дух у ребят с ней возрастает. Во-вторых, у нас на носу всероссийский слет студенческих отрядов в городе Кемерово, где также выступают спортсмены, которых нам нужно показать. И вот спартакиада является одним из моментов, где мы, собственно, отбираем ребят и смотрим, какие команды могут представить наш регион. В программу спартакиады внесли небольшие изменения. По просьбам студентов добавили соревнования по настольному теннису. В первой части участники состязались в волейболе, стритболе и соперничали за теннисными столами. Проявить себя, почувствовать дух соревнований и выложиться просто на максимум – это всегда полезно, это всегда помогает двигаться вперед, развиваться и просто совершенствоваться. Это помогает, и поэтому такие мероприятия именно полезны, поэтому мы в них участвуем. В турнире по стритболу успешно стартовали студенты команды «Путина». В волейболе первое место заняли бойцы студенческого отряда проводников «Альфа». Мы участвуем для того, чтобы саморазвиваться, как-то расти, улучшать свои навыки. Вот. Также большую роль играет это командные виды спорта. Они очень сплочают ребят. Они учатся слышать друг друга, понимать, поддерживать, также играть в одной команде и быть одним целым на поле.